Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому. Приветствую всех братья и сестры из Санкт-Петербурга, с берегов Невы, северной столицы. Здесь зарождалось православное обновленческое движение. И вот сзади меня вы видите храм, собор Исаакиевский, который долгое время, тогда 20-30-е годы, был символом реформации в православной церкви, символом обновленческого движения. Здесь в те годы был настоятелем Александр Боярский, кстати, дедушка нашего известного артиста театра кино Михаила Боярского. Так вот, его дедушка Александр Боярский был здесь настоятелем. Но он до того служил в Колпино под Петроградом. Вот, и уже там, на Ижорском заводе, на берегах Ижоры, он прославился как, на самом деле, хороший пастор, добрый пастор и священнослужитель. Вот, и как реформатор. И вот в Колпино и в Петрограде тогда он возглавлял такое сообщество в 1817-18 годах, 19-м даже году, возглавлял сообщество друзей церковной реформации и союз прогрессивного духовенства и мирян. И вот, но будучи настоятелем именно здесь, в Исаакиевском соборе, он стал уже не только известен в Петрограде, но и всероссийскую такую известность приобрел. Вот, и сам этот союз, само это объединение, именно прогрессивного духовенства и мирян, союз друзей церковной реформации, он тогда уже объединял не только петроградских священнослужителей и колпинских, но и по всей России фактически. Вот так вот. Так что, дорогие друзья, благословляю всех вас. Вот, и... поближе даже подойти. Вот, здесь... сам собор можно еще будет увидеть. А может быть, открыть он будет? Наоборот, закрывается листвой. Но сам собор огромен. Если даже поближе подходить, снимать, то это нужно широкую камеру такую, широким объективом. Вот, потому что только со стороны можно всю эту махину огромную просто заснять, на самом деле. Шикарный собор, огромный собор. Сейчас здесь время от времени проходят богослужения, насколько я знаю. Или уже передали церкви полностью, я не в курсе. Но шел разговор уже об этом последние годы. Вот, но сегодня это далеко не реформаторский, не обновленческий собор. Сегодня это, если служба здесь служит, то... традиционная православная церковь не реформаторская, не обновленческая. Вот. Но память осталась именно. И я думаю, что для пробуждения здесь, в Петербурге, это очень важно помнить об этом, знать эти факты, знать такую предысторию реформации и историю. Вот. Слава Богу. И также молюсь о семинаре здесь, на берегах Невы. Хочу провести семинар по истории реформации в этом году, тоже история обновленческого движения. Вот. И, в общем-то, такие малоизвестные факты из истории хочу как раз именно ими осветить, будем так говорить, да, чтобы и христиане разных конфессий, разных деноминаций знали, что здесь были уже такие толчки к реформации. Вот. Слава Богу! Благословляю всех вас, дорогие друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.